эфире телеканал СТС Kids. Меня зовут Настя, и сейчас мы узнаем. Не узнаем. Ладно, совсем скоро мы узнаем, кто же станет моим соведущим. А пока буду справляться сама. Начнем с 10 места. Что-то становится модным, что-то выходит из моды, но красота женщины вечна. Так, а к чему я вела? Была же какая-то мысль. Ладно, может, позже вспомню. Давайте смотреть клип. Когда было мне 5 лет, я носил друг на друга 2 футболки. А еще через 5 лет я увидел их на магазинной полке. То, над чем смеялись одноклассники тогда, теперь они носят сами. Им стыдно мне смотреть в глаза. Если от твоих осин все за голову хватаются, значит, ты нашел свой стиль. Давай подумай, как он называется. Если от твоей туники ты вокруг услышал крики, пусть чуть-чуть торчит живот. Этого клипа не пустили в эфир, пришлось переснимать. Дело в том, что герои клипа пьют коктейль, но изначально там были совсем другие продукты. Продюсеры испугались, что кто-нибудь из зрителей попробует его повторить. А нам не нужно, чтобы зрителей становилось меньше. Мне кажется, вы никогда не перестанете голосовать за этот клип. Нет, не подумайте, я вас не ругаю. Наоборот, я рада за группу, сделали хит. Черепаха по имени Натаха, в холодном синем море купалась до утра. Все было очень мило, только она простыла и поняла внезапно, ей нужно к докторам. Но врач находится в океане, и запись к нему на год вперед. Натаху знаете, чем хорош Инстаграм? Не только тем, что там много меня. Там нельзя ставить дизлайки. Пока. По крайней мере. Like.
сказать об этом клипе. Процитирую классику. Сказка, ложь, добрей, намек, а у нас играет рок. Сегодня в новостях сказали, что в Италии, в Испании, Италия, Анталия, так далее. Там далее фиесты, и люди лягут спать. В Италии, Испании, Анталия, так далее, так далее, так далее, так далее, так далее. А пока все будут спать, я пойду гулять, а пока все будут спать. Я пойду гулять, а пока все будут спать. Я пойду гулять, ну сколько уже можно повторять? Гулять! Спать, гулять, спать, гулять, спать. В комментариях люди часто спрашивают, зачем меня так ярко накрашивают? А меня не накрашивают. Я яркая от природы. Вот так, просто смиритесь. Эгоистка в тыц-параде! Тебе в школе много задают на дом? Подумай, каково было раньше. Египтянам вон на трудах пирамид задавали. И ничего, справились. Вышло даже лучше, чем планировали. Премьера в этот раз необычная. Даже я еще не видела этого клипа. А ведь я обычно смотрю их еще до того, как они сняты.
осталось совсем немного. И сейчас мы узнаем, кто добрался до бронзы на этой неделе. Я не понимаю, как живут взрослые? Ни зубных фей, ни Деда Мороза, ни единорогов. Ой, кажется, это был спойлер. На самом деле, про Деда Мороза я не знаю. Но единороги, как известно, взрослых за версту обходят. Поэтому успейте на них покататься, пока не повзрослели. Единороги в киц-параде! На днях мне было лень мыть посуду, и я составила список самых популярных отговорок. Что говорить, когда тебе лень? Итак, у меня болит голова, у меня температура только что была, мне бабушка не разрешает, я сегодня в чистом, вы оказываете на меня психологическое давление. Если вы ленивые, вам без этого списка не обойтись. Мне же этот список не нужен. Потому что я и так его всегда помню. Наверное, это лень, это просто лень. Схватила разум навсегда, и ей не откажешь. Ей не откажешь.
готовы встречать победителя? Я не слышу. Вы готовы встречать победителя? Да? Поехали! Каждый музыкант мечтает выступить на крыше, но это очень опасно. Поэтому исполнители этой группы во время съемок привязывали за ноги альпинистскими веревками. Мне так это понравилось, что после съемок я попросила солиста отдать мне эту веревку на память. Ну и на даче пригодится. Или в скакалке потом поиграть. Все вокруг сгорит. Исчезнет все, если терминатор землю не спасет. Но хочу сказать вам, мои друзья, то, что терминатор — это к счастью я. Ёмкое ружьё, держит нас спаситель, терминатор ём. Может, на заправке, может быть, в финалом, только помогите, не расходить, ём. Let's go! Ём. Есть у меня друг, тоже из металла, у него броня из новейших сплавов. Хочет он сказать хулиганам стоп, и его зовут Робокоп. Громкое ружье, держит нас спаситель, терминатор ём. Может, на заправке, может быть, в кино, но все же помогите, не расходить, ём. Let's go! Друзья, на сегодня это все. Смотрите СТС Kids, слушайте хорошую музыку, учитесь хорошо и будьте скромнее. Скромность украшает человека. Тыц-тыц-тыц, друзья. Сняли? Отлично. Так, где мой смузи? Шучу. Пока-пока.